Всем привет, ребята, с вами Рослав, и сегодня я вам расскажу и покажу, как скопировать здание в Майнкрафт без модов. Давайте добавим в мою деревню еще одну постройку, так у нас родилось двое близняшек. Так, нам нужно активировать координаты, это мы заходим в настройки игры и далее прописываем. Активировать координаты, и у вас появится надпись позиция 10, и далее в зависимости от того, как далеко вы улетели от точки спавна, так и будет клонироваться здание. Так, давайте уберем это дерево, потому что я уже за кадром клонировал здание, и в итоге у меня оно склонировалось вместе с деревом. Еще я клонировал и совсем забыл про верх, но теперь я больше не повторю тех ошибок. Так, давайте вот так к углу самому. Главное это, правда, сейчас не забыть про крышу. Так, сравняем все дело. Ага, вот. Так намного лучше. Это не так уж и долго. Нужно только будет прописать команду, какую я вам расскажу. Так, запоминаем координаты 10, 32, 72, 237. Лучше их, конечно, записать на листочек бумаги, потому что сам плохой карандаш лучше любой памяти. Так, давайте записываем. Этот способ очень рабочий. Так, теперь подходим к углу нижнего здания. Записываем координаты 10, 25, 65, 224. Конечно же, лучше клонировать их по всему периметру, потому что если мы скопируем только половину здания, то, конечно же, у нас в том месте, где появится только половина. Так, давайте встанем вот так, как мы хотим, и пропишем команду. Так, значит, давайте дробь, клон. Далее вводим координаты 10, 32, 72, 23, 7. Еще вводим 10, 25, 65, 224. Отлично. Далее вводим вот такие вот волнистые линии. Ага, прописываем далее маскет. Мы должны прописать маскет. Так, отлично. И еще форс. Тут есть мови, нормал, но нам именно надо прописать форс. Так, давайте. Ага, форс. И активируем. Ребят, смотрите, я склонировал здание у нас аж вот тут. Я хотела, чтобы здание склонировалось сбоку, хотя это даже лучше. У нас деревня заканчивается, фиг знает, где она заканчивается. А теперь у нас ясно будет сказано, вот этот вот дом, и далее идти нельзя, далее конец деревни. Пусть родители будут объяснять нашим двум близняшкам, что туда ходить нельзя. Так, ставим. И здорово, ребята, сегодня я вам показал, как скопировать здание без модов. Спасибо за внимание, всем.